Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня в нашем ролике я решил сделать крутой и интересный эксперимент, а именно просто найти какого-нибудь рандомного игрока и предложить ему поменяться машинами, то есть свой Mark II обменять на любую рандомную машину, к примеру, этого чувака, но скорее всего он не согласится, потому что у него Tesla Cybertruck и он уже 4 минуты стоит в АФК, поэтому мы отправляемся на поиски любого игрока на тачке. И пока мы будем его искать, я, собственно говоря, в голове такой вот вопрос нашел. Почему вы до сих пор не играете в Барвиху РП Мобайл? Ведь это действительно крутая и очень интересная игра на твой Android-телефон. Не обязательно иметь супермощный топовый смартфончик. Да, достаточно абсолютно любого Honor, Samsung, Huawei или даже Poco. Разницы нет, просто переходишь по ссылочке в описании, качаешь абсолютно бесплатную Барвиху РП Мобайл и качаешь ее себе на телефон. Кстати, она весит очень мало и занимает действительно мало места, поэтому ее потянет любой телефончик. Так что, дорогие друзья, переходите по ссылочке, заходите на 4-й сервер и играйте вместе со мной. И многие подписчики, знаете, мне пишут такую вещь, что: Личи, а что мне делать? Я зашел в игру, а у меня нету денежек. Ребята, есть очень крутой баг, с помощью которого вы можете сразу же получить очень много денег. Пока его не пофиксили, старайтесь пользоваться прямо сейчас. В общем, когда зайдете в игру, нажимаете в чатике вот так на чатик, потом слэш, пишите в чат, потом мм и отправляете. Дальше у вас открывается вот такое вот меню, и, ребят, запоминайте, открывайте вкладку 9 промокоды. И вот здесь открывайте вкладку «Промокод от ютубера». И вот сюда вводите мой промокод, хэштег, собственно говоря, Личи. И все, изи, ребят. Нажимайте «Принять» и получайте бонус. Ребят, пользуйтесь, пока не пофиксили разрабы. Ну а мы отправляемся на поиски машины, которая должна быть где-нибудь вот тут. И сразу же будем предлагать какому-нибудь рандомному игроку, собственно говоря, обменяться тачками. Вот я вижу, что у нас на кругу едет какая-то машина. И попробуем сейчас за ней проследовать. Надеюсь, я ее догоню, потому что я не хочу особо тачку замарать, но в то же время нужно аккуратненько доехать. Вот, я вижу впереди красная машина, нужно предложить ему поменяться тачками, надеюсь, что он согласится. Так, я не знаю, что у него там за тачка, но мне кажется, должно быть что-то крутое. Опа, стопинг, 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 и это у нас Toyota какая-то. Давайте спросим у него. Он тут, дружище, Viva Sient, ты тут, дружище? Надеюсь, что он ответит мне на мое сообщение. Так-то так, ждем. А, подождите, стоп, у него такая же Toyota, ё-моё, ну я не хочу меняться, ладно. Дружище, извини, я хотел с тачками поменяться, а потом увидел, что у тебя такая же Toyota Mark II, как у меня, ё-моё. Ладненько, поедем, собственно говоря, в другое место, будем искать другого игрока, потому что этот уже игрок мне не подходит из-за того, что у него тоже Mark II, ё-моё, как же такое бывает, приколюшная штучка. Так, ладненько, давайте возьмем себя в руки и будем искать других игроков, которые есть на карте. Сейчас я вижу, что вот там, за рекой, точнее, возле реки, возле озера, возле моря, я не знаю, что там именно, тусуются. О, два игрока пешком, ладненько, они нам не нужны, оставим их тут в покое, пускай они отдыхают, я не знаю, что они там делают, загорают на снегу или там просто смеются, прикалываются, ладно, пускай они остаются. Мы идем дальше на поиски, потому что нам нужно найти реально с тех, с кем можно поменяться машинками. В принципе, игроков море. Я думаю, что там сзади кто-то есть, но он едет в другую сторону, и он уехал. Ну, ладненько, окей. У нас пока что есть времечко, чтобы найти другого себе претендента на подмен тачками. И я думаю, что мы его найдем. Поэтому я считаю, что нужно вернуться на автосалон и посмотреть тех людей, кто будет на автосалоне. Потому что там больше всего можно найти людей, у кого есть машина. Но пока
понимаю, что серьезно, на автосалоне никого нету. Это что такое за прикол? Я не знаю, что это такое. Я вижу впервые в жизни пустой автосалон. Неужели все пошли спать, отдыхать или что-то там делать? Ну, окей, давайте попробуем там потусоваться чуть-чуть и посмотреть, может быть, кто-нибудь все-таки там появится. Но, как видим, пока что никого нету. Окей, это, в принципе, выглядит странновато. Ну, ладно, отправимся дальше на поиски, потому что игроков тут, в принципе, много. И надеюсь, что можно кого-нибудь найти. Так, тут у нас есть, опа, Машенька, опа, то, что нам нужно. Так, дружище, стой, пожалуйста. Я хотел у тебя спросить, эй, куда ты поехал? Ладно, придется пойти, да, в погоню за черной тачкой. Я надеюсь, что он меня, собственно говоря, услышит, но, видимо, он слишком быстро едет. Да ё-моё, Toyota Mark 2, ноу. Что происходит? Так, этот друг от меня увильнул. Окей, ладно, я не успел у него спросить, но, видимо, он слишком далеко. Опять какой-то игрок промчался возле меня. Ну, ладненько, давайте еще будем искать кого-нибудь. Так, пешочком идет. Окей, ладно, нам пешком кто... Ну, нам не нужны, мы ищем реальных игроков, кто может поменяться машинами. Надеюсь, что появится хотя бы кто-нибудь, потому что кататься много, и это очень будет надоедать. Поэтому давайте поедем дальше, поищем еще в каких-нибудь местах, попробуем вообще проехать в другое немножечко место, найти его в абсолютно каком-нибудь, может быть, другом месте будет игрок находиться. И вот тут стоит, и опа, убрался. Что произошло? Только что тут был игрок, куда-то он пропал. Я не знаю, неужели я так всех отпугиваю? Обычно, когда я играю, вокруг меня очень много людей. О, вот, дружище, стой! Вот это, по-моему, претендент мой. Так, дружище, йоу, друг. И... У него опять Марк 2, ё-моё, опять Марк 2. Дорогие друзья, ну что такое происходит? Я хочу найти хотя бы кого-нибудь на другой машине, потому что, ну, я хочу поменяться, а тут Марк 2 опять. Так, опа, стоп. Друг, привет. Привет. Смотри, у меня к тебе предложение. Давай поменяемся тачками. Я тебе свой Марк 2, а ты мне свою машину. Блин, надеюсь, что согласится. Я не знаю, что у него за тачка. Какая-то Мазда не... О, не хочется. Ё-моё. Окей, ладненько, будем искать дальше кого-нибудь. Надеюсь, что у меня получится найти хотя бы кого-нибудь. Но, походу, никто не соглашается. Хотя мне отказался лишь один человек. Так, еще один. Так, стоп. Но он не остановился, этот игрок. Он поехал дальше, ладненько. Будем отправляться дальше. Дальше искать хотя бы кого-нибудь. Надеюсь, что хоть кто-то просто согласится, и я смогу поменяться тачками, потому что мне очень хочется проэкспериментировать, согласится ли хотя бы кто-нибудь поменяться на Марк 2. Но здесь, на самом деле, Марк 2 тачка на самом деле такая крутая в игре, и она имеет определенно свой вес, то есть популярность. И опа, стоп, опа, кто-то у нас тут едет, давайте спросим у него. Так, кто-то у нас, дружище, стой, друг, Алексей, Лёха, но он, видимо, уезжает, не хочет даже со мной разговаривать. Так, стой. Я нашел бы игрока, у кого просто ВАЗ-2106, то он, скорее всего, бы со мной стопудово поменялся. Ну, а так, как видите, тут в основном ночью играют те люди, у кого тачки более круче, чем у меня, и поэтому соглашаться никто не хочет. На самом деле, в принципе, это правильно. С другой стороны, хотелось бы найти кого-нибудь, хотя бы я вот вижу, там игроки есть, но не факт, что кто-то опять согласится. Вот можно проехать вот туда, где кучка игроков, но опять же, возможно, сейчас они будут все на крутых тачках, и никто не захочет со мной поменяться. На самом деле, это немножко обидно, но тут ни у кого нет машины, походу, или есть у кого-то там тачка. Тут что-то стоит за машина. А, так, друг, привет, Мас... Дружище, смотри, у меня к тебе предложение. Привет, меня зовут Лич, и я хотел предложить тебе поменяться тачками. Ты мне свою машину, я тебе свою Toyota Mark 2, просто по бартеру. Туда и сюда, вот так вот. Но на самом деле я не знаю, согласится он или нет, но мне кажется, это или это не его машина. Так, наверное, интересно. Дружище, твоя вообще машина или нет? По-моему, он отвечать мне вообще не хочет, либо он не умеет писать в чат. Скорее всего, это просто какой-то воришка, который садится ко всем в машины и хочет их украсть. Ну, понятненько, видимо, действительно нету никого, кто бы хотел бы поменяться со мной машинами. Вот еще один есть у нас человек, и, наверное, опять на Toyota Mark 2. Опа, вот это, по-моему, мой корреспондент. Друг, привет, это твоя машина?
Ну подскажи мне, пожалуйста, меня зовут Лича. Я хочу тебе предложить тему поменяться тачками. Ты мне свою ВАЗ-2112, а я тебе свою Toyota Mark 2. В принципе, предложение нормальное. Отлично, ребят, я вроде бы нашел чувака. Давай, я тебе сейчас кину предложение, и мы поменяемся. Так, я тебе сам сейчас обмен кину, секундочку. И вот, ребята, теперь я, собственно говоря, решил, нашел человека, с кем я могу поменяться. Тачка, в принципе, более-менее достойная, и можно действительно с ним поменяться. Поэтому давайте сейчас, собственно говоря, сделаем обмен. В общем, ребята, я нашел чувака, с кем я смогу обменяться машинами. Это будет Nissan Leaf. Сейчас мы поедем, оплатим штрафы, и тогда я смогу, собственно говоря, стать новым владельцем его машины. Дружище, открой машину, чтобы я хотя бы смог ее немножко протестить, потому что я сейчас вместе с тобой поедем, оплатим штрафы, я оплачу штрафы, и мы с тобой обменяемся, и все. И теперь будет Toyota Mark 2 твоя, а твой Nissan Leaf станет моим. И все, и мы сможем, собственно говоря, свободно кататься. Дай мне доступ, чтобы я хотя бы сел, прокатился, и посмотрим, как уже, что будем делать. Так что, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет электро-ниссанчик. Все, кто напишет слово электро-ниссанчик, обязательно попадет в мое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, переходите по ссылочке в описании, добавляйтесь в игру Барвиха, я вас жду. Ну а мы сейчас поедем с ним меняться тачками. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр и всем до скорой встречи. Так что поехали, дружище, ты где? Алло, йоу!